Мультиформатный фестиваль музыки, танца и света «ВДК-фест» пройдет в бухтях Лёстышева с 8 по 10 августа. На самый первый фестиваль уже подали заявки более 600 молодых музыкантов и танцоров из разных регионов страны. Мы собирались командой, обсуждали, а что такого нового должно в молодежной столице появиться. Это было еще, наверное, декабрь, как только мы статус получили. И ровно тогда подумали о том, что было бы неплохо попробовать сделать фестиваль наподобие там «Дикой мяты», которую Екатерина упомянула, либо других фестивалей, проходящих на открытом воздухе, но с нашей собственной спецификой. Ну а плюсом потом, когда обсуждали уже с Константином Владимировичем, сказал, ну давайте тогда сделаем и призовой фонд для того, чтобы ребята приезжали не просто так выступить, а понимали, что здесь им рады, и они могут заработать деньги на своем творчестве. В рамках фестиваля молодые музыканты смогут пройти отбор на кастинг-шоу «Голос», получить путевки в лайн-ап популярных фестивалей, а также побороться за 3 миллиона рублей призового фонда. Мультижанровый фестиваль, который включает в себя три направления. Это эстрадный вокал, танцевальные чемпионаты и лайф-бэндс, музыкальные группы. Каждое направление включает в себя несколько блоков. Это образовательный блок, конкурсный блок, ну и, конечно, развлекательная праздничная программа, без которой не обходится любой фестиваль. Все участники будут проходить отборочные туры, и по результатам этих отборочных туров будут выбираться финалисты нашими экспертными членами жюри, и, соответственно, лучшие из лучших будут выступать на Хлёстышево 10 августа. А с 7 по 10 августа территория бухты Патрокол примет главное спортивное событие лета – САПФЕСТ. Более 3000 участников получат памятную медаль. Организаторы предусмотрели и призовой фонд – 2 миллиона рублей. Фестиваль пляжных видов спорта. Это именно и сап-соревнования, сап-рейсинг, сап-карнавал. Это пляжный волейбол, пляжный теннис и забег карнавальный, тоже в костюмах. Мероприятие будет проходить все 3 дня, и мы объединились с музыкальным фестивалем для того, чтобы насытить интересностями площадку, и будут выступления на сцене, и танцы, и музыкальные артисты будут выступать в момент прохождения с нашей спортивной части сап-фестиваля. Для удобства горожан и гостей до площадок фестиваля будут курсировать шаттлы. Один от бухты Патрокол до океанариума, еще 4 автобуса от мини-ТЭЦ до океанариума. Уважаемые жители, гости города Владивостока, мы будем рады видеть вас 9 и 10 числа на пляже Хлёстышева. Для того, чтобы вы смогли насладиться лучшей музыкой в этом городе, лучшими группами музыкальными, лучшими танцорами, а также лучшей кухней, которую организовывают наши партнеры Министерства по развитию туризма. Главной приглашенной звездой, которая завершит фестивальный марафон, станет известный исполнитель Holiday Boy. Он выступит на главной сцене ВДК-фест в бухтях Лёстышева 10 августа. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Вероника Федорцева. Новости на 8.